Стартуем! Так, у нас сегодня необычный старт. Необычный старт, потому как мы даем старт парным автомобилям. 3, 2, 1, старт! Вот такие у нас каневские сафари. Сегодня 12 июля 2018 года. Старт второго дня для участников центрального дивизиона Канев Умань. Увидимся. После того, как мы проедем дамбу, у нас чекпоинт. Да, Ростислав? Чем ли висок снимаешь? Ну да. А Ростислав Романович только что разговаривал с директором соревнований Григорьевым, топ-самоходом. Смотрите, какая красота открывается. Погода просто шепчет. Конечно, хотелось бы где-то остановиться и покупаться. Но мы не можем. У нас гонка. Мы в гонке участвуем, а не просто так, тут ездим по Украине. Зеркало ралли 2018. Бойся нас. Увидимся. Какую классную сделали остановку здесь, посмотрите, в Панске. Заводы работают. Нам очень хотелось, конечно, сюда заехать. I love you, UA. Но, к сожалению, оно находится на другой стороне по отношению к нашему трафику. Поэтому нарушать правила дорожного движения участникам зеркового ралли не к лицу. И мы показываем пример, как нужно вести себя на дороге. К сожалению, из-за этого мы едем в центр города. Ну, в смысле, не к сожалению, в центр города, а приходится пропустить эту точку, где мы хотели сделать фотостоп. Не, ну надо же, такая красота, а. Давно я с этой стороны к Черкассе не заезжал.